Катание на коньках – одно из любимых зимних развлечений детей и взрослых. В парке Лукоморье в Сходне празднично и ярко открыли еще один каток для любителей этого вида спорта. Здесь созданы все условия для комфортного досуга. Огромная, украшенная игрушками елка, большая территория, новогодние огни. Атмосфера сказки и праздника. Помимо катка открыли снежную горку. Жители в восторге. Атмосфера хорошая, радостная, музыка замечательная, новогодняя. Думаю, сюда еще придем. Мы очень рады этому парку, что он появился на этом месте. Очень много всяких здесь разнообразных вещей, которые детям очень нравятся. И летом, и зимой. И сегодня тоже этот каток всех очень радует. На открытии горки и катка главные волшебники Нового года – Дедушка Мороз и Снегурочка. Они поиграли с ребятишками и подарили праздничное настроение гостям мероприятия. Дети, народ и взрослые просто суперские, такие дружные, веселые. Мы с ними поиграли, потанцевали, позагадывали загадки, попели. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Очень красивое место открыли. Будет где детям повеселиться, а также их родителям. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» на территории Химок откроют более 50 катков и лыжных трасс. Центральная площадка – театральный каток. На новогодние праздники химчан ждет разнообразный досуг. В округе проведут более 350 мероприятий для всех возрастов. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.